Здравствуйте, меня зовут Василиса Денисова, я актриса из Санкт-Петербурга. Я закончила Санкт-Петербургскую театральную академию в 2016 году. И в 2016 году я прошла свой первый кастинг на самую первую главную роль у Константина Лопушанского «Сквозь черное стекло». Именно этот фильм мы презентуем на таком восхитительном фестивале в Таллине ПОВ. Фильм рассказывает про слепую девушку, которая живет в монастыре, и богатый человек дает ей зрение. Это история мифологическая про добро и зло, и что, чем она разрешится, что случится, мы просим вас прийти и посмотреть. Себе мир совсем не так. Наш мир – довольно поганое местечко. Тут очень хорошо. Как будто бы я жила здесь когда-то. Настя! Вы говорили, что вы любите меня, так? Мы с тобой, Золушка, едем на карете. А губернатор нас встречает золотым ключиком. Она тебе кто, жена? Моя вдова. Вернулись бы обратно в машину. Место здесь плохо контролируемое. Чувствую, что сильно идет. Я не боюсь, меня боятся! Христом Богом молю, пустите. Больно. Страшно, вы живете. А тебе ведь тоже. Зверь сидит. Убила меня, наверное, сейчас, да? В воздухе что-то висит, что-то такое нехорошее. Происходит что-то.